Ребята, всем привет! Мы сегодня питаемся продуктами из фикс-прайс, дешевыми продуктами до 25 рублей, ну там плюс 50 копеек. Ну плюс рубль, они же там бывают 25-27, по-моему, рублей. Да, такое вот можно. Это нормально. И я взяла сразу. Итак, я хотела сказать, что вы не забывайте подписываться на наш канал и поддерживать нас лайками. Итак, Миланка, смотрите, себе выбрала пюре детское яблоко, вишня. Кстати, это очень вкусно. Будет. Да, Милан, да вы просто надо его так вот хорошенечко взбить. Держи тебе ложечка. А я буду пробовать. Есть. Вот такое вот мороженое с карамелью, с соусом. И миндалем. Ой, Милан, давай я тебе помогу, Лилика. Так. Девчонки, ну у вас вкусняшечки такие. Кстати, ребята, пишите, кто любит детское пюре вообще. Ну что, Милан, вкусная пюрешечка? Так, у Лики нереально аппетитное мороженое. Вот, вот я детское пюре вот такое люблю. Именно вот фруктовое, ягодное, вкусное такое. А, кстати, вы знаете, что именно в фикс-прайсе это мороженое там 25 или 27, 26 рублей. А Макея? Да, оно дороже. Да, намного дороже. Представляете, точно такое же мороженое. Так что, ребята, кто любит и хочет такое мороженое, дальше будет карамель. Ну что, Милана, давай тогда показывай, что ты хочешь. Чипсы, держи. Я думаю, не попала бы. Итак, Миланка еще выбрала себе. Лика, ты можешь дальше кушать? Да, я сейчас тоже буду показывать. Ага. Чипсы со вкусом сметана и зелень. Ну, тогда я тоже покажу чипсы, которые... Милана! Открылась. Милана, я так испугалась вообще. Пап, тащи нам тарелку. Та-ра-та-та. Ничего себе у нас тут хлопук. Хлопук. Открылась. Хлопук. Открылась. Для хлопука. Для такой хлопук произошел. Милана не ожидала, с другой стороны хлопук вылетел. Я вообще купила читос с кетчупом. Ну, Лика, как всегда, да, это самый ее любимый вкус, читос. Именно с кетчупом. О, вот это. О, да. А я взяла чак-чак. Ля-ля-ля-ля-ля. Я так пить хочу, она еще холодненькая, ребята. Она реально такая. А что, ага, ты это не пьешь? Держи, Милан. Я забыла. Ну, Лик. Так, кружка. Лик, помоги я. Чук-чак, покажи нам поближе. О, медовый, смотрите. Медовый чак-чак. Ребята, кто любит чак-чак? 100% натуральный мед. Ничего себе. Это мне не грызнет, я просто белый мальчик. Такой холодненький, да, напиточек. Поделишься, да, с Ликой? А, с мамой? Ай, Лика, давай наливай. Я могу просто бутылочку себе оставить. О, она даже остается. Ладно, очень холодная, поэтому. Ну, по чуть-чуть. Может, тебе трубочку дать? Это вкусно? Давай. Вкусненько? С чипсами, да? Кола. Кола и чипсы. Нереально, да, вообще нереально и крутое пюре. Сочетание. И пюре. И пюре. Я хочу чак-чак попробовать. Так, Милан, аккуратно, а то сейчас наша кружка с пепси. Нет, это новая, кстати, давай, упаковка. Аня, белый. Не выхожу. Розовый есть. Белый. Только Лика могла так открыть, ребят. А как он? А как надо? Смотрите, какой красивый. А что, там нет больше нигде входа-выхода? Нет. А, ну ты гений. Я же говорю про это. Милан, по чуть-чуть, потому что пепси очень холодно. Так, Лика сейчас будет пробовать чак-чак. Кстати, по-моему, фикс-прайс, я не помню, покупали мы чак-чак в фикс-прайсе или нет. Мы как-то покупали, по-моему, в Ленте или где-то, я уже не помню, он не очень был. Сейчас попробует Лика вот именно из фикс-прайс. Насколько вот он сладкий и, как написано, 100% мед. Я, конечно, не уверена, что ой, здесь 100% мед. Но? Даже более уверена, что там не мед. Но это вкусно? Ну, это вкусно. Он мягкий. Я взяла мороженое. А, это какое? Шоколадное, да? Да. Шоколадное мороженое. Ой, а у Лики? Кефирку, маршмеллоу, клубничное. Клубничное. Там был классический, да. Лика выбрала клубничное. Лика, открой, пожалуйста, добыть как с чипсами. Как с чипсами? Ой, это фирма
У меня тоже с Пятигорска. Почему? Не знаю. Пятигорска такое мороженое, это фирма. Кстати, да, эта фирма мороженое тоже очень вкусное на самом деле. И в Пятерочке, ой, в Пятерочке, и в Фикс Прайсе оно тоже стоит 25 рублей, представляете? В других магазинах подороже. Вау, Мил, какой оно аппетитное. Можно? Мил, тебе можно на мороженое положить. Смотрите, какая красота. Кстати, ребята, не забывайте писать чьи же покупки. Сегодня круче у Лики или у Миланы. У меня пухлый кролик, помнишь? А, да. Так и называется, да, этот маршмеллоу так и называется, пухлый кролик. У меня турский пряник. Но не просто, а с вареной сгущеночкой. Слушайте, ребята, этот пряничек стоит 25, да, 26, ну, 27, что-то такое, до 27 рублей. И посмотрите, какой он мягкий. И очень много здесь начинки, смотрите. Ой, какой лик аппетитный. Так, Мил, что там у тебя, показывай. Это рис в сахарном сиропчике. Да, я сейчас попробую. Лик, ну как тульский пряник, вкусно, да? Я помогу. Надо. Так как, ой-ой-ой, Мила, у тебя все сыпется. Лик, я знаю, что ты еще купила чай. И можно как раз таки заварить чай. Я купила такой чай. Травяной. Да, с ромашкой, кстати. Да, здесь 25 пакетиков. Его можно заварить. Мне кажется, что он будет не супер. Вау. Ну почему? Ромашка. Ну, и вот как раз таки с тульским пряником это будет очень-очень вкусно, да. И кстати, кто, ребята, покупал такой чай, вот такой напиток? А вот, из натуральных трав. Не напиток, а чай. Ну это чай, но он травяной, Милан. Ну он напиток. А нет, кстати, здесь, по-моему, еще зеленый чай есть, не только ромашка, Лик. Да. Смотрите, ребята, состав. Цветки ромашки, чай зеленый. И все. И все. Так что вообще очень, мне кажется, хороший чай. И с тульским пряником в самый раз. Да, да, да. У тебя все? Нет. У меня все. Все? Точно? Да, у меня еще три. Ну давай, Милана. У меня такой сок есть. Я, короче, пойду. Ну, Лик, ну, может быть, мне кажется, у тебя очень вкусные на самом деле продукты. И, ребята, пишите, чьи продукты круче. Так, у Миланки, значит, еще сок. Потом у Миланки, смотрите, еще вот такое вот пирожное. Так, не показывай, не показывай. Яблочное. Миланка, давай уже все показывай. Да, пирожное я даю его Лике, что ты куда-нибудь делал. Ой, какая молодец. А майонез я ставлю себе. Нет, майонез это майонез, да. Маме, а мне тут зачем? Я майонез, я майонез вообще не люблю, ребята. Яблочное. Это что-то с чем-то, наверное, еще из корицы, да? Ну, в основном везде корицу добавляют, где яблоко. Нет, нет, без корицы? Это тебе, чтобы ты не расстраивалась. Девчонки, ну, по-моему, вы очень круто справились сегодня с задачей. Девчонки 24 часа будут питаться тем, что купили сегодня в Фикс Прайсе. Не забывайте поддерживать девчонок лайками. Сейчас Лика попробует этот пирог. А он что, шоколадом еще? Ну, снизу шоколадная такая посыпочка. Глазурь, да, такая, ага. Да, и обычный батончик, просто там еще шоколадный. О, Ика. Бисквит. У меня уколола. Простите. Ну, у Миланы сок. Яблочко. Очень все вкусно. А мама майонез. Да, какой маме? Я не ем майонез. Что? А что такое? Лик. Заваривай чай с ромашкой. Лик. Лик. Кола осталась. О. Аккуратно. Держите крепче и не переворачивайте. Ой, все, ребята, на этом наш челлендж подходит к концу. Всем пока-пока-пока! Пока-пока!